Видео подготовлено сайтом online.gdz.net. Давайте выполним упражнение номер 73 на странице 53. Рабочей тетради по математике для 2 класса автора Маро. Не вычисляя, соедини линии карточки, на которых записаны выражения с равными значениями. Итак, давайте посмотрим первый пример. 70 минус 5. 5 – это 3 и 2. И из 70 вычесть 5, это означает также вычесть 3 и 2. Поэтому соединяем эти две карточки, у них будет одинаковый ответ. 47 минус 8. 8 – это 3 и 5. Значит, если мы из 47 вычтем 3, а затем вычтем 5, то получится тот же самый ответ. Соединяем эти две карточки. 63 минус 4. 4 – это 3 и 1. И поэтому, если мы из 63 вычтем сначала 3, а потом 1, у нас получится тот же самый ответ. Соединяем. 81 минус 7. 7 – это 3 и 4. Если мы 81 вычтем сначала 3 и 4, то у нас выражения будут равные значения. Соединяем их линией. Если вам понравилось видео, смотрите остальные решения на нашем сайте. Если у вас есть вопросы или предложения, оставляйте свои комментарии.